Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня, через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку. И всем приятного просмотра. Не забываем поставить лайк. Всем привет, ребята! С вами снова Айсан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И добро пожаловать в нашу новую серию, 123-ю серию. И до конца сезона осталось ровно 3 серии, если учитывать вот эту. Ребята, это очень мало. И, в принципе, нам нужно распределить наши планы, что и как мы будем делать в этой и в следующих частях. В это, ребята, мы уже докачаем наших покемонов. Там еще вроде кто-то есть, кого нам нужно докачать. Мне подписчик сказал, вроде у нас, вроде Свампер, да, еще 2 уровня Свамперту. Плюс 1 уровень Клефейри. Плюс, ребята, нам нужно выдать себе Тирогу. То есть, я не знаю, честное слово, ребят, я извиняюсь, как правильно вот это читается. Тирог, ну, короче, первая эволюция наших каратистов, боксеров и остальных всяких спортсменов, можно и так сказать. Просто вроде она тут вообще не спамится, не спаривается так же, как и Магби, поэтому ее можно только себе выдать. Вот ты, зараза, напал именно тогда, когда поки-поки. Так, ну, это уже нам нафиг не нужно. Опа, ребята, это Блисси, это Блисси. Тирогу левел, Тирог левел 1. Замечательно, ребята. Так, замечательно. Не нападай, твою мать. Ребята, остался 1 уровень. Нет, это не Блисси. Я надеялся, что это Блисси, но кто там? Свадлон нас обломал. Ладно, ничего страшного. Ой, нет. Ой, твою мать! Иди сюда! Иди сюда. Так. Ребята, сейчас сюда. Что я еще хотел сказать, честное слово, я хотел что-то обсудить в этой серии, но я в какой-то степени забыл. Ну, во-первых, вот что я вспомнил, ребята. Так как в этой серии мы будем докачивать покемонов, и, в принципе, серия не будет такой длинной, потому что мы много... Опа, эволюция. А нет, все-таки есть вроде эволюция, или что это? Ну, значит, просто первой эволюции нету, как мы поняли, поэтому Тирога можно уже сразу удалять, если он чай эволюционирует. Ребята, что я хотел сказать? Так как сейчас у нас 123-я серия, мы будем докачивать покемон, да, в принципе, его можно удалять. Мы будем докачивать покемонов, а потом в 124-й серии. То есть, что выйдет завтра, ну как завтра, в принципе, если наберем лайки, то выйдет завтра, можно так сказать. Ну как бы в следующей серии мы будем очищать наш музей, его, конечно, не видно из-за рендера. Рендер, ребята, у меня такой маленький из-за лагов, которые насеивает на наш городок музей, так как статуи, я не знал, что статуи такие лаганые у нас, ребята, честное слово, я не знал. Я только выдал себе Тирога только для того, чтобы заполнить себе Покедекс. То есть мы его заполнили, замечательно, можем его дальше удалять. Точнее, не удалять, а просто не дальше удалять, а просто удалить. Так, что нам еще нужно, честное слово? Наверное, пойдем сразу Блисси убьем, поэтому, ребята, еще раз скажу. В 124-й серии мы будем очищать музей и посмотрим, кто у нас остался победителем. То есть, кто им станет. То ли, ну, может, один будет, а может, даже 2 победителя будет. Посмотрим, ребят, честно, не буду угадывать, потому что я сам не знаю. Посмотрим в следующей серии, если я соберусь силами и вот это все сделаю, и, наконец-то, пойду очищу музей. Так. А в 125-й серии, ребята, у нас уже будет конец. То есть, через пару серий уже конец сезона, да, ребята? Так, сейчас. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Вот так. И сейчас... Да твою мать, хара там за окном лает. Ребят, я извиняюсь, если там слышно, просто у меня сейчас ночь полная, нахрен. У меня тут уже час ночи или даже больше. Вроде все тихо, но нахрен ночью у меня за окном всякие зверюги просыпаются. То ли там... Не знаю, вампиры нахрен. Не, как это называется? Оборотни, да, всякие. Вот прям, я не знаю, ребят. Я надеюсь, вам не слышно, но это просто жопа нафиг.
Ну, захотелось какой-то собаке посередине ночи, ну, погавкать. Ну, пускай гавкает, да? Твою мать, ладно. А, что, ребята, что, ребята, что, ребята, что, ребята, нам нужно? Самый большой уровень Блисси сейчас 36-й туда. Так, первая Блисси. Я сейчас убью Блисси, и, ребята, я скажу то, что я хотел вам сказать. А, несколько там предложений, и, в принципе, вообще нужно ли это делать. Так, замечательно. 8 Блисси осталось. Но тут уровни, конечно, никакие. Поэтому давайте, ребята, мы просто прогуляемся. А, так, ребята, о чем... Да, 8. А, о чем я хотел поговорить? Нужна ли вам карта этого сезона? То есть вот наш город, наш музей нафиг охрененно большой, который я строил не знаю сколько, и потом мы, в принципе, на него забили. Но все же, ребята, я, честное слово, очень долго строил музей. Я не знаю, вот как раз сейчас у вас, ребята, спрашиваю, нужна ли вам эта карта, то есть карта этого сезона, да? Хотите ли вы на ней поиграть? То есть нужно мне ее выкладывать или нет? А поэтому, ребята, я сейчас как раз у вас и спрашиваю. Опа! Ну, мы, наверное, тут уже были, просто карта закрылась, так как всегда. Ну, хрен его знает. Да, ребята, так это то место, где мы начали! Ребята! Охренеть! Я даже забыл про существование этого места. Это же начало пятого сезона. Это первые серии пятого сезона, где мы тут вот даже нету нафиг. Даже нету сундука, потому что мы его сюда перенесли. Ребята, смотрите, это охренеть. Тут даже, мало того, что тут даже нормально так вещичек, так я даже про это забыл, честное слово, ребята. Тут еда есть, и смотрите, даже рар-кенди тут. Последний рар-кенди есть, ребята. Да, точнее, не последний, а единственный рар-кенди в этом сезоне, вот он. Давайте его заберем себе на память, ребята. Честное слово, я даже не знал про это. Я не знал про существование вообще этого места. Я где-то после середины сезона, да как после середины, даже раньше я вообще забыл про существование этого места. И сейчас мы сюда вернулись. И случайно. Охренеть, это вот тут рядом было, а я даже забыл. Честно, ребята. Охренеть. Я не знаю, честно, мне просто, знаете, какие-то такие воспоминания нахлынули, вроде у нас только что, только недавно начался пятый сезон, можно и так сказать. Но прошло уже нахрен столько времени, что-то с ума можно сойти. И честно, ребята, я даже забыл про это, про существование вообще этого места. Охренеть, честное слово, ребят. Сейчас тут куча райков повылазит, как всегда. Хотите видеть? Ну смотрите, сейчас парочку тут райков появится. Как всегда. Опа, стоять. Это у нас кто? Ух, легендарный босс, конечно, но он в земле, и в землю я рыться не имею ни малейшего желания. А просто вот сейчас тут, ребята, летаю, путешествую для того, чтобы там Блисси переспавнились. Мы, в принципе, уже можем вернуться, не уже давным-давно переспавнились, но все же... Опа, это кто у нас? Ну, кто же еще? Ну, Шакл, ладно. Охренеть, ребята, честное слово. Ох, не говори, что ты завис, пожалуйста. Твою мать, а. Так, ребята, еще раз я у вас спрашиваю. Хотите ли вы, чтобы я выложил карту пятого сезона? То есть, чтобы вы смогли зайти, посмотреть, что и как мы сделали, посмотреть наши сады, посмотреть на наш дом, посмотреть на нашу качалочку, где она, вот там, посмотреть на наши охрененные вот тут построечки для еды, которые мы, к сожалению, больше не использовали, потому что мы перенесли кулинарный сезон на следующий, на отдельный сезон. А, в принципе, вот это круто, это нужно запомнить, как я вообще это нахрен построил. Это круто выглядит. Мне нравится, если честно. Вот смотрите, разве не круто выглядит? Не знаю, ребят, нужно запомнить. А потому что реально я круто построил. В принципе, наш ресторан даже вот тут, да. Наш дом, наш огромнейший музей, что тут у нас еще есть. А в принципе, вроде все. Ну, вот тут посадка и вроде больше ничего, да? Если хотите, то я, может, выложу в последних... Ну, как последних? Это уже последние серии этого сезона. А, то есть, в следующей или в последней серии этого сезона. Я надеюсь, мы не перекачаем. То есть, или в этой... Нет, или в следующей серии, или в самой последней, там, где мы будем спавнить себе Райквазу, да, точнее, выдавать. Ну, как, не выдавать, а спавнить. Потому что мастербол мы же должны потратить наш, да? Я надеюсь, мы не перекачаемся, хотя как...
Три болла выпало, охренеть. А нет, перекачали замечательно. Кто нам еще остался? Чаризард и Свампер. Это во-первых, ребята, если хотите, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Хотите ли вы, чтобы я выложил карту этого сезона или нет? Если, в принципе, будет много людей, кто будет хотеть поиграть на этой карте, то я, ребята, может, даже выложу, и вы сможете поиграть 7 сейчас. 6 сейчас будет. Вы сможете, ребята, поиграть на этой замечательнейшей карте, где мы провели наш весь сезон. Вот сейчас охренеть просто, сколько тут Блисси заспавнилось. Вот, 45. Сюда. Сколько там? 6, 5. И сюда. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Я буду очень рад, если вы напишите свои комментарии. И посмотрим, много ли людей хочет, чтобы мы... чтобы я выложил карту, и чтобы вы ее скачали, и чтобы на ней поиграли. Посмотрим, ребята. 2. Ух, опа, вот это круто. 50 уровень Блисси как раз круто для Свамперта, потому что Свамперту еще один уровень остался, и нужно его будет докачать. И во-вторых, ребята, если все-таки сезон выйдет, да, если мы наберем необходимое количество лайков, как ранее обговаривалось, да, если мы там набираем нужную сумму, то, ребята, у нас выходит новый сезон. И, наверное, если все-таки он выйдет, да, если вы захотите, чтобы он выходил, ой, если вы все-таки захотите, чтобы он выходил, то перед сезоном я, наверное, еще создам такой небольшой опрос. И буду у вас... Ух, ни хрена себе, ребята. Это, наверное, мы только в следующей серии сможем его докачать. Я создам опрос, и я вас спрошу, какого стартовика вы хотите, чтобы мы выбрали в следующем сезоне. Потому что Чаризард у нас уже был первые сезоны много раз. Кто у нас был? Был ли у нас, вроде у нас еще был, нет, Маткип у нас был, ребята, помните? Я, если честно, не помню. И Чимчар у нас в этом вроде сезоне был. Еще вроде кто-то был. Я, если честно, уже не хочу выбирать тех стартовиков, кто у нас был. Мне кажется, будет круто, если мы, например, там выберем, ну, допустим, мне почему-то хочется Пипла, по-честно, я бы хотел Пипла там. Потом Эмполиоша, вроде он и сильный, и, в принципе, будет даже ни хреновенько наскачать, если на него еще Эртквик установить, или у него вроде сам изучается, то это вообще, ребята, прям ляпота будет. И мне кажется, это действительно очень круто будет. Но все же, ребята, я выбор предоставлю вам. Если больше голосов будет за какого-то одного покемона, значит, мы, наверное, того покемона возьмем, и он у нас будет первым покемоном, ребята. Ну, как бы в новом сезоне, если новый сезон, еще расскажу, вы захотите, чтобы он был, да? Так, сейчас, секундочку. Поэтому, ребята, посмотрим. Честно, нужно прокачать еще... так, 1300. В принципе, серию еще заканчивать, мне кажется, очень рано. Поэтому мы, наверное, еще Свамперта попробуем покачать. Да, в принципе, Свампер тут сам сможет покачаться. Че я нафиг туплю? Свампер тут вообще сам разберется нафиг, всех наколбасит и уйдет себе спокойненько. Зачем я буду его качать с помощью Мьюту, да? Вот что-то я затупил. Свампер у нас 79 уровень, он же у нас был вроде первым капитаном, да? А я еще такой думаю, может Свампер там качаться, охренеть. То есть может Мьюту качать Свамперта, да? Вот. В принципе, ребята, меня уже даже спрашивали, мол... Вот Эдисон, в последних сериях уже нету игры «Угадай кто». Ребята, ну, в принципе, это сильно... Это последние серии, поэтому я уже решил, что... Ну, в последних сериях уже нету смысла даже вот продолжать вот эту игру. То есть в новом сезоне, если вы захотите возобновление игры «Угадай кто», то может она будет, да? Вот сейчас, например, еще... Ой, зачем я его убью Эртквиком? А сейчас, например, уже, в принципе, нету большого смысла делать, потому что, ну, это конец сезона, тут уже осталось 2-3 серии до конца сезона, зачем опять возобновлять вот эту игру, да, ребята? Я думаю, вы со мной согласны. Поэтому, ну, наверное, уже в следующем сезоне мы его возобновим, или даже у меня есть некоторые идеи, как улучшить игру Эртквик, чтобы... Ребята, вы сейчас поняли, что я сказал? Чтобы улучшить игру Эртквик. Вот я нахрен тупанул. Я просто, знаете, бью ударом, смотрю, каким ударом его ударить, и говорю, чтобы сделать игру там Эртквик, да? Охренеть. Опа! Охренеть. Все, 80 уровень, все, ребята, замечательно. Чтобы возобновить игру «Угадай кто», да? И у меня будут даже, может,
какие-то новые идеи, чтобы где-то рандомно, может, посередине видео, где-то на рандомной секунде видео, на одну секунду мелькнула картинка, например, покемона, которого нужно угадать. И вы бы внимательно смотрели каждую секунду видео и пытались бы понять и как бы заметить, да, когда покемон выпрыгнет на одну секунду и сразу же пропадет. И как бы может даже нажать на паузу или за ту секунду понять, что это за покемон, и написать в комментарии: ага, мол, вот Эдисон на такой-то, такой-то, такой-то минуте и такой-то, такой-то, такой-то секунде выпрыгнул покемон, и это был такой-то, такой-то, такой покемон. То есть, чтобы в течение видео искали, ага, когда он выпрыгнет, я как бы буду ставить рандомные минуты его появления, да, может он появится сразу на начале видео, может появится посередине, может в конце видео. И поэтому, ребята, вы будете внимательно его искать. Это во-первых. А во-вторых, знаете что, ребята? В принципе, уже нет смысла спать. Сейчас выложим вот этих наших покемонов. О, Клефери нужно эволюционировать, точно. И плюс я хочу не только... так, сейчас. Вот. Не только покемонов угадывать, да, а также, как я в группе уже... Почему нахрен с вами, Берт? Так как я в группе уже... Не, ну, пару раз так розыгрыши, не розыгрыши, а какие-то такие викторины, что ли, делал, да, то есть, чтобы вы угадывали, что это за покебол, или, например, я буду выкладывать так же, как покемонов в игре «Угадай кто», но я буду выкладывать, например, какие-то итемы, да, например, шапка, там, Lucky Edge или там Экспешер. Но я ее закрашу черным цветом, да, чтобы было сложнее угадать. И тоже вот так рандомное появление в течение всего видео. То есть вы будете внимательно сидеть, ага, когда же это нафиг появится? И потом, пум, раз заметили, остановили видео, и потом сидите угадываете, что это за шапка, да? То есть не только угадывать покемона, а угадывать, что это за вещь, да? Что это, например, за лечилка, что это за шапка, да? Что это, например, орб или покедекс. То есть любые вещи с Пиксельмона, да? Шапки, покеболы, лечилки. Короче, все, ребята. Мне кажется, действительно будет прикольно, если так сделать. Как думаете, ребята? Если да, то поставьте большой палец вверх и напишите комментарий. Мне кажется, это действительно крутая идея. Ребята, вы в курсе, что все? То есть мы сейчас идем, мы выкладываем этих покемонов. Это последние покемоны. Больше не будет. Еще нужно... Знаете, что мне еще предложили? Предложили отсортировать покемонов по стихиям, да? А мне кажется, это крутая идея. Если мы в следующей серии успеем очистить музей, то до конца серии мы, может, еще отсортируем покемонов, да, то есть тут, например, только огненные, потом водные, потом травяные, и мне кажется, действительно будет очень прикольно. Так, сейчас, ребята, я просто смотрю, кого... Вот, Валрейн. Это сюда, обычного Валрейна удалить. Ага, замечательно. Где у нас свободные места? Еще Найнтейлса нужно удалить, да? Это я забыл. И Сайзора нужно удалить. Найнтейлс и Сайзер. Ребята, кричите, если вы их заметите, потому что я случайно могу их пропустить. Рапидаш? Нет, нам Рапидаш не нужен. Самурот тоже, в принципе, прикольный покемон для сезона, да? Посмотрим. Ну, Эмпулеон тоже крутой. В принципе, Фералигатор, да все стартовики вот эти, можно сказать, крутые, если честно. Так, сейчас. Найнтейлс и Сайзер. Вот Сайзер. Удаляем. Ставим сюда Зурарка. И еще Найнтейлс, ребята. Честное слово, я не имею ни малейшего представления, где он может быть и в каком боксе он вообще находится. Или она. Да, как это? А вот, ага, в принципе, тут же. И Свампер, допустим, сюда. И Клиффейбл, Клиффейбл вот сюда. Все. Все прокачанные покемоны. Не осталось ни одного. Ну, Мьюту, что еще можно два уровня ему прокачать, да? Вроде я всех удалил, вроде я всех выкинул, Снорлакс есть, Майнун есть, вроде все покемоны, которые только могут существовать, есть, но мы почему-то не заполнили 100% покедекса. Ребята, мне, если честно, интересно, кто там, ну ладно, нападая, паскуда такая, знаете, наглая, а кого у нас нету, честно, ребята, я бы очень хотел посмотреть, но вряд ли мы это сможем найти, ну тут никого, да, то есть я бы хотел, чтобы у нас, конечно... Появилось, мол, мы заполнили 100% покедекса. А кто это? 161-162. Хм. Не, ребята, этих нету. Сентрет и Фурет, да? Как если я правильно их прочитал. Этих покемонов нету в моде. Я даже посмотрю. Покеспаун. Фурет. Сен. Ну, в принципе, это нет, нету. А еще.
Майнун Милтан, нет. А, мне говорили, что мисс Дравус есть в этом моде, то есть сейчас в этой версии, да, но ее, ребята, нету. Кто писал, извиняюсь, но вы ошиблись. Ее нету в этой версии мода. Так, я, ребята, просто сейчас смотрю, кто это. 175, это у нас Togepi. Togepi. А, и Togetic, но их тоже нету в этой версии мода. 185. Кто находится у нас под номером 185? Судовуду. Нету, 188 и 189. 188 это Скиплум, и 189 это у нас Джамплав. Но этих покемонов тоже нету в этой версии, ребята. Санкерн, 191, 192, Санфлора. Нет, ребят, это в следующих версиях, да, но в этой версиях еще, к сожалению, этих покемонов нету. Вупер, вот я сейчас смотрю, Пинеко у нас уже есть. Нет, ребят, этих покемонов нету еще в этой версии, к сожалению. 208, 209. 208. Стиликс. 209. Номер 209 это. Снаббл. Нет, ребята. И мне кажется, вряд ли мы сможем заполнить на 100% с Гранбул. Не, нету. Вряд ли мы сможем заполнить на 100% этот покедекс, потому что, ну, вы сами видите, что половина. Да как половины? Почти весь покедекс нету, то есть 220, кто это? 219, ага. То есть много покемонов нету, и мне кажется, они как-то это не учли, да, чтобы работали только, чтобы покедекс заполнялся только теми покемонами, которые есть в моде, да. А вот, например, те, кто нам нужен, а те, кто покемонов нету, чтобы они не считались покедекса, да? Ну, хрен его знает, честно, ребята. У нас нету еще единственного покемона, это я знаю. У нас нету Райквазы. Может, Райкваза будет финальной? Как думаете? Может, Райкваза будет финальной? То есть 100% покедекса закончится на Райквазе, как думаете? Мне кажется, вряд ли, но попробовать можно будет. У нас остался только один покемон, которого нужно словить. Это Райкваза. Райкваза спаун такой говняный, честное слово, что это просто нереально. У нас за целый сезон заспавнилось около 20 суйкунов, там 10 райкоу, 1 энтей, может 2-3 мью заспавнилось, около 2-3 гроудонов заспавнилось, заспавнилось около 2 или 3 кьогров, вроде 3 или 4 Лугии, один или два, два вроде, или три, там, три, нет, ну, короче, несколько селеби заспавнилось. Райквазы не заспавнилась ни одна зараза. Хоть мы для Райквазы уделяем как можно больше внимания, и мы охотимся на нее практически весь сезон, но она не спавнится. Да, ребята, вы просто-напросто только возьмите и вспомните предыдущий сезон, что творилось нафиг с Райквазой в предыдущем сезоне. Это просто была жесть. И мне кажется, в этом сезоне ничего толком не изменилось. То есть какой-то говняный, нафиг извиняюсь за такое выражение, но реально такой спаун Райквазы, который они как-то не очень продумали, можно сказать и так. Ладно, ребята. Следующая серия будет предпоследней серии, можно так сказать. То есть у нас, если исключить эту серию, у нас осталось две серии. Сегодня у нас воскресенье, выходит 123-я серия. В понедельник выходит предпоследняя 124-я серия этого сезона, пятого сезона Pixelmon. И также в тот же день выходит новый дополнительный сезон с кулинарией, с тропикрафтом, с дополнительными модами. И я также в течение этого нового сезона я буду спрашивать у вас, я буду выполнять ваши заказы кулинарии, это во-первых. Я буду прислушиваться к вашему мнению. Если вы захотите, чтобы я добавил какой-то мод, если мод будет действительно крутой и он мне понравится, вы сможете, например, предлагать свои моды в комментариях. Я буду смотреть, действительно ли они будут вообще сочетаться с этим сезоном, и будут ли они работать, и будут ли они крутые. Если да, то я их, может, буду даже добавлять в сезон, и вы будете видеть, что вот, мол, вы предложили свой мод, а я взял и его добавил в сезон. И во вторник у нас выходит последняя серия этого пятого сезона, 125-я серия, ребята. И потом в шестой сезон, как я уже ранее говорил, начнется только тогда, когда видео наберет
2000 лайков, тогда я начну разработку шестого сезона, как я уже говорил. Что будет в шестом сезоне, зависит от вас. Как я сказал на начале этого видео, я даже выбор стартовика в шестом сезоне предоставлю вам. Какими шейдерами мы будем играть, я предоставлю выбор вам. С каким текстурпаком мы будем играть, я выбор предоставлю вам. Будем ли мы делать качалку? Будем ли мы делать магазины? Будем ли мы добавлять мод на крылья, хотя мне кажется вряд ли. Ну, ребята, согласитесь, что мод на крылья, немного читерский. Он настолько упрощает игру, что это можно сойти с ума. То есть мы даже по предназначению не используем летающих покемонов в этом моде. Зачем, если у нас есть крылья? Мы за пару секунд можем пролететь пару тысяч блоков. И, в принципе, по пути у нас могут заспавниться куча шайни, куча боссов. И может, ребят, представьте вот сейчас себе на секунду. Может, те баги, когда за секунду спавнилось по две легенды, может, это из-за вот этих крыльев и джетпака, потому что, в принципе, Пиксельмон может не рассчитывать на то, что вот может какой-то там чувак нахрен за секунду 100 блоков пролететь, и просто чанки не успевают обновляться, потом как за секунду нахрен 200 чанков сразу обновится, то сразу заспавнится две легенды. И, в принципе, это может быть из-за лагов, и из-за этого мода. И, в принципе, ребята, я думаю, что вы тоже считаете, что этот мод, немного читерский для Пиксельмона. Поэтому посмотрим, ребята. Будем ли мы делать магазины, я это честно не знаю. Но просто вот, ребята, в принципе, уже давным-давно можно заканчивать эту серию. Но я хочу с вами немного поговорить о том, что... магазины мы делали практически во всех сезонах, за исключением вот этим. Да, это немного хардкорно. Да, то есть у нас нахрен куча там сундуков, заполненным вот этим дерьмецом, который мы толком даже не используем. А какое... Какой выход мы нашли, куда девать это дерьмецо? На Блиси, на качалку. А если качалки не будет, то у нас вот эти все шмотки будут валяться в сундуках, и мы их даже не будем использовать. Не вижу смысла. А какой минус того, что нету магазина? Вот только что я вот это сказал, что куча шмоток, некуда их использовать, и они у нас валяются. Это первый минус. А второй минус, ребята... Это вот эта жопа. Это жопа, которая выпала нам только один раз в этом сезоне. Конченый это XP-шер, который выпал нам на начале сезона. В предыдущем сезоне XP-шер нам падал практически каждые пару серий. Что у нас там нахрен куча вот этих сундуков было заполнено вот этих XP-шеров. Ну ладно, не куча, но к концу сезона у нас было около 10-15 XP-шеров. Тут за 100 с чем-то серий, за полный пятый сезон. В пятом сезоне мы убили больше боссов, чем взять все 4 сезона, чем все... предыдущих 4 сезона. Мы убили хрен его знает сколько раз больше боссов. И вы видите, что нам выпало. Один нахрен XP Share и 2 Lucky Edge. Все. Это, ребята, охренеть просто. И вот минус. А если бы у нас был бы магазин, мы бы все вещи попродавали и накопили бы на XP Share и купили бы XP Share. Я не знаю, ребята, честно, еще раз вам скажу то, что я выбор предоставлю вам. На этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, набираем 500 лайков, выходит новая серия. Набираем 700 лайков. Ну, я не знаю, честно, но следующая серия вряд ли будет 40 минут длиться, но я постараюсь сделать ее как можно быстрее, как можно дольше. Ну, что я сказал, в следующей серии мы будем очищать магазин и сортировать покемонов по боксам. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, это уже конец сезона, я надеюсь, что мы наберем как можно больше лайков по первой причине, то, что это конец сезона, в принципе, нужно с ним нормально попрощаться, и то, что у нас скоро, наверное, я так надеюсь, выйдет новый сезон, чтобы новый сезон поприветствовать, ребята, и просто, чтобы показать свою любовь, я очень рад, когда много лайков, это меня очень мотивирует, и я также очень рад, когда много комментариев. Не стесняйтесь писать комментарии, я читаю каждый ваш комментарий, мне очень нравится, когда их много, я стараюсь ответить на каждый из них. Еще раз, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.